здание университета. Подкрасили. Дождик начинается. Мне кажется, удачно, но чуть темновато, можно было бы чуть ярче. А вообще желтый или красный кирпич. Такой цвет сохранили. Это вот вид этого здания со стороны фасада. Посмотреть. Оп. У цьому будинку на початку 19 століття знаходилась катери. Нинська жіноча гімназія. З 1940 по 54 рік Старобільський державний вчительський інститут. Так, що тут написано? Почитаємо. Професор Резник працював. Так, приймальна комісія, щоб піти, може приймуть. Оба. Тут змінилось. Добрий день. Приймальна комісія, таких як я, приймають на навчання? Приймальна комісія в тому здані. Добре, я давно тут не був. Отак. Ректор Савченко Сергій Вікторович. Державный. Вы будете меня сопровождать? А я из Северодонецка. Да, дядя, дайте копеечку. Я не помню, кто чего. Кто чего просит, знаешь, что блюдце с голубой каемочкой и ключи от квартиры, где деньги лежат. Это Старобельск. Памятник Остапа Бендера. Ну, не все верят, но некоторые очень верят в то, что Старгород. Это Старобельск. Музей под открытым небом Старобельского университета. Вот автомобиль. Четырехколесный. Уездный город Старобельск. Что тут еще есть? Колодец. Помню, тут Каски станок стоял лет до войны, наверное, пару лет назад. Точнее, не назад, а пару лет до войны мы сюда заезжали. Здесь стоял Каски станок. Ой, корыто какое. И кто-то тут, наверное, коты об него точат когти. Колесо рассохлось, на алюминиевые штучки современные.